Татарстане продолжается региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам. На этот раз в здании Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма собрались лучшие из лучших в предмете «Основы безопасности жизнедеятельности». Подробнее в нашем сюжете. Многие олимпиады, они по структуре очень отличаются друг от друга. Выполнением заданий есть теоретические олимпиады, есть практические олимпиады. У многих школьников возникают сомнения в победе на региональном и всероссийском уровнях. Риск провала существует, и он велик. Но попытка участия дает шанс, который не следует игнорировать. И если школьник с первого класса участвует в олимпиадах, уже знает все их тонкости, многому научился, готовится и старается, то победить возможно и гораздо проще, чем придя на олимпиаду в 10-11 классах. Польза подобных олимпиад подтверждена годами. Ученик, в первую очередь, он развивает те навыки, которые необходимы для культурной безопасности личности. Потому что многие сегодня ситуации, чрезвычайные ситуации, они большинство всего встречаются из-за человеческого фактора, от незнания. Поэтому данная олимпиада развивает такие навыки, как правильно действовать в определенной обстановке, знание основных правил безопасности, независимо от того, ли это правила дорожного движения или социальная безопасность. Изначально каждый участник данной олимпиады проходит несколько этапов отбора. Первое испытание – это школьный этап, который проводится в сентябре. После него – муниципальный или городской. Региональный этап считается последней ступенью перед финалом. На данный момент в здании университета около 200 участников из различных муниципалитетов Республики Татарстан. И это только на олимпиаде по ОБЖ. Кроме нее, в этот день проходил региональный этап по химии. В основном, те, кто набирает соответствующие баллы, процентов 15-20 точно становятся полноценными участниками заключительного этапа. Всероссийская олимпиада объединяет уникальных людей и создает особенную атмосферу. Ее специфика в том, что задачи не типовые. На них нельзя натренироваться, прорешав стандартный абитуриентский сборник. Зато победа в такой олимпиаде придает уверенности в себе и служит неисчерпаемым источником мотивации для будущего развития. Надежда Мещерякова, Фарид Захитаглы, Универньюз.